Обладательница богатого воображения и буйной фантазии. Смеется над взрослыми и считает их жизнь безумно скучной. Мечтательница и выдумщица, которая любую музыкальную сказку про себя может сделать пылью. Быстро поняла, что если писать Деду Морозу по одному письму в день, то он не выдержит и подарит ей электросамокат. Я не знаю тех, кто не любил бы сказки и не хотел бы оказаться внутри какой-нибудь волшебной истории. Королевы, мы все поняли. Да, это Пеппи в Зазеркалье. Внутри каждого из нас живет вот такая Пеппи. Ну давайте смотреть правде в глаза. Внутри Хотела меня целых две. Конечно. Продолжаю наслаждаться каждым моментом в этом чудесном проекте. Кстати, Пеппи можно свой бренд, Пеппи Колу, выпускать, например. Кстати, так, Пеппи, давайте разбираться. Они все будут спрашивать, откуда вы знаете Бритни Спирс. Все знают Бритни Спирс, да? Кто все ее знают? Не знает? Кто ее не знает? Старую, добрую Бритни. Старушку да. Бритни. Мы точно с тобой, Вадик, знаем. Мы точно. Она выросла на наших... Она точно не в одном возрасте. Просто на наших, да. Дима. Я бы хотел спросить, а почему выбор такой песни? А
А чего, не нравится? Нет, в смысле, тебе она нравится? Я ее обожаю, эту малышку. Ну, прикольная песня. Хотела в космос, раз я не смогла сняться в фильме «Вызов», я хоть тут. Кстати, в этой песне лирически говорится о женщине, которая рассматривает любовь как игру, манипулируя эмоциями возлюбленного. О. А вы, Пеппи, часто манипулируете людьми? Мани что? Манипулируете. Руководите. Руковожу. Условно. Всеми руковожу. А вот вы такая смелая девчонка и образы разные. Дерзкая она, дерзкая. Примеряете, дерзкая. Да. Сегодня в обтягивающем таком красном комбинезоне. У вас вообще есть какие-то табу по жизни, принципы? Принципов у меня уйма, куча. Какие три самые главные принципа пожалуйста. Вашей жизни? Первый, второй и, конечно, третий. Сейчас она так ответит. Первое. Я не изменяю себе. Так. А кому? Никому. Если Дима. Я себе не изменяю, значит, я никому не изменяю. Так, второе. Второе. Мне нужна любовь, чтобы меня все любили. Так. И тогда я круто себя чувствую. А третье, чтобы у меня лошадь была здорова. Отличный принцип, чтобы лошадь была хороший здорова. Хороший принцип. Ну и четвертое, кстати, я иногда прибираю. Ах ты! Молодец. Так, какая. Давайте все-таки, теперь уже мне интересно про эту лошадь вообще. Как зовут вашу лошадь? Лошадь? Тюбик. Ну вообще, кроме шуток, Пеппи, вы сегодня очень круто танцевали. Да, это да. Вы нас просто поразили. Спасибо. Честно говоря, во-первых, своими навыками пластическими, во-вторых, в принципе, тем, ну, как бы, как вы двигаетесь, мы ни разу не видели такого продолжительного танца в ваших номерах, и это было классно. Кто ставил танцы? Я. Кто же еще? Все сама, все я сама. Я все тут делаю, я все ставлю. А, ну все. Я воздушные шары ртом надувала. Вы такая сильная, независимая, а вам иногда на ручки хочется? Маленькой побыть. Хочется. Я вас так понимаю. Дима, кто может быть этой дерзкой, классно танцующей девчушкой, которая, тем не менее, знакома с творчеством Бритни Спирс? Меня очень сильно зацепила фраза о том, что я кумир молодежи. Так. И учитывая на столь юный возраст, я думаю, что это кто-то из моей шайки-лейки, какая-нибудь Валя Карнавал, Юля Гаврилина. Кстати говоря, если уж про шайку-лейку, прости, господи, может быть, это Регина Тодоренко? Но это... Она очень круто поет. Может, я это не Регина Дубовицкая? А может, это Виктория Дайнека? Ну, слушай, здесь Дайнека. Больше не про пение, о, кстати, по-моему. Виктория Дайнека. У нас Дайнека. Еще не было такой версии. Или нет. Ира Тонева. Ой, Ира Тонева. Кстати, Ира Тонева классная версия. Хорошая версия Ира Тонева. Юная леди, порхайте, звените и дальше... Дальше, выше, поближе к 3 миллионам рублей. Пеппи!